Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Летний день, утро, Терлянский пруд. Хочу сегодня проехать, вот показать вам нашу природу, нашу красоту. Мы поедем сейчас в предпрудье. Это место, где впадает речка Терлянка в наш пруд. И там заросли кипрея. Мне так нравится его снимать. Он такой красивый. Сейчас вот поедем вот сюда вот. Вот в это место. И полюбуемся цветущим кипреем. Едем, друзья мои. Вот стада коров. То лошадей я вам показываю, друзья мои. Да вот коровки пошли пастись. Смотрите, какая красота, сколько его растет, кипрея в предпрудье. Сейчас подъедем поближе, посмотрим. Такая вот красота. Смотрите, друзья мои, какая шикарная панорама. Наши горы. Красота. С увеличением вдали гора Машак. Вот она красота-то где. Ну, чуть добрался туда. Трава по пояс. И вот интересно, что это кричит? Журавли, что ли? Слышно, я думаю. Охота бы их посмотреть. Но не видать что-то. А кричат прям вроде рядом. Вот такая вот красота. Вообще я нахожусь на дне пруда. Раньше пруд был больше. И вот здесь была вода. И вот уже практически лет 25, как здесь воды нету, и вот все зарастает. Трава, деревья. Ну, вот. Полюбуемся такой красотой. Цветущий кипрей. Все-таки как красиво. Чудесно. Ну, идемте пройдем до речки Терлянка.
покажу. Ее устье, как она впадает в Тальянский пруд. Идемте. Лесные цветы. Посмотрите. Полюбуйтесь. Красота. Вот и устье. Наша речка Терлянка. Смотрите, как красиво. А на том берегу сколько кипреи тоже. Иван-чай цветет. Ну, красота. Целые поляны. Тишина, только ветерок немножко. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мной. Посмотрели это видео. Показал я вам наш Терлянский пруд, устье реки Терлянка, как цветет кипрей. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока.